Всем привет! Сегодня на почте получила вот такой пакет. Пришла мне небольшая посылочка с AliExpress. Хочу вам показать, что же в ней было. Я уже все вынула из пакетиков, чтобы не шуршать и время лишнее не тратить. Вот я заказывала шармы у одного продавца. У него недорогие шармики. Ну, есть за доллар, меньше, чем за доллар. Единственное условие, что надо было купить на сумму не меньше 10 долларов. Вот я купила на пробу первый вот такой шармик в виде сундучка. Тут камушки. Такой. Второй шармик вот в виде чемоданчика. Третий шармик. Вот такая бутылочка в ведерке со льдом. Тут даже вот проба стоит. Далее это вот такой шармик в виде короны. Тут камушек и написано «Королева». Затем вот такой шармик в виде елочки. Впереди Новый год. У меня уже такое праздничное настроение. Вот решила, почему бы себе не заказать вот такой шармик. Затем вот такой шармик в виде подарочка. Вот такой шармик. Здесь такая киска, ангелочка. И два вот таких шармика. Один вот такой, здесь камушки красивые. А второй вот такой. На первый взгляд все сделано аккуратно. Конечно, я не думаю, что это серебро за такую цену, но выглядит неплохо. До этого за более дорогую цену, также с AliExpress, я еще вот такие два шармика заказывала. Просто они мне понравились. Первый вот такой, царевна лягушка. Здесь вот так. Здесь проба на нем есть, вот такой. Стоил он около 4 долларов, сейчас я уже не помню точно. И второй вот такой. Домик. Наверное, будка с собачкой вот здесь. Так, вот. Ну, сделаны они качественно. По крайней мере, у меня вот есть браслет с шармами от Sunlight. Вот здесь такие недешевые, скажем так, шармики. И я бы не сказала, что вот шармики с AliExpress сильно отличаются. Вешу на браслет. И буду носить. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!